И он мне сказал, если ты еще раз придешь в мой дом, я подарю тебе часы. Ну и, собственно, как ты понимаешь, с эфиопами у меня все красиво. Круто! Если хотите эту историю целиком, приходите в BFC, и Евгений ее расскажет. Доброе утро, Женя! Это рубрика BFC. В ней мы готовим кофе, рассказываем интересные истории и, конечно же, разыгрываем денежные призы. Тот парень возле барной стойки – это известнейший, интереснейший, умнейший бариста Евгений Лукицы. Ну, а я Артем Мазур. Все, начинаем. Что мы сегодня готовим? Мы сегодня готовим американо по-приднестровски, так как пьют его у нас. Yeah. Да. И я, пока... кстати, очень люблю американо. Да, и пока я буду тебе его готовить, расскажу тебе, как пьют его в Эфиопии. Например, в Эфиопии обязательно должен делать кофе хозяин дома. Ага. Да. Подают его по старшинству. То есть сначала старшим, потом женщинам, потом, соответственно, детям. И если ты отказываешься, пауза. Если ты отказываешься, то это оскорбление дома, оскорбление гостя. И что интересно, пьют его с гвоздикой. Так. Да, пьют его с маслом, которое сливочное. И, что характерно для них, они не добавляют сахар, как мы, а добавляют соль. Соль, насколько я знаю, раскрывает вкус по-другому немножечко в кофе и кофейные зерна. Так пьют в Эфиопии. Ну а сейчас мы будем пить американо по-приднестровски. Это что, ты добавил? Американо у нас в Приднестровье – это эспрессо с добавлением водички. Твой американо готов. Спасибо, спасибо за историю. А мы идем разыгрывать твой американо. Этот крепчайший напиток и 200 рублей от кофейни BFC получит тот, кто подпишется на мой инстаграм и на инстаграм кофейни. Доброе утро, Приднестровье! Пейте только то, что вам нравится.